Про что вообще? У я у тебя рубашка, блядь. С бабки снял ее своей. Так, бегут, блин, гопники! Помогите! Help! Гопники бегут! Так, блин, по-любому хотели бабки забрать. Полиция где-то здесь едет. Так, сейчас. Дяди. Так. Бежит гад! Надо куда-то залезть. Так. Так. О, лестница, вижу. На здание сейчас полезем. Блин, те отстали, этот бежит. По-любому вооруженный какой-нибудь гад. Беспредельщик. Так. Отсюда. Так! Ну ты, где ты, гад? Не пущу! Слезай вниз! Влезь по лес! Кирпичом сейчас мажу! Пошел вон отсюда! Гопник! Беспредельщик, блин! Чего спускайся? Кирпичом вмажу тебе сейчас! Камнями сейчас буду, гад, кидаться! Пошел вон отсюда! Я тебя вижу. Так. Надо написать в полицию. Может, они мне помогут. Так. Где я? Так. Помоги со мной. Блин, я не знаю, где это, как им правильно написать это место. А, бимашин. Во, я понял, короче. Сейчас приедут, надеюсь. Блин, надо, чтобы не залез этот момент. Фух, вот так. Все, ждем вертолет со спасателями. Блин. Вот прям 100% хотели гопнуть. Завести куда-нибудь в черный переулок. Вон, кстати, идет работа, блин. Нужна, спрашивали они. А, конечно. Так, кстати, там лестница выше куда-то идет. Можно еще выше было залезть. Нифига их там стоит. Кстати, полицию слышу. Так. Да. Можно было немного повыше. Что-то мне. Где полиция? А? Это кто? The fuck is this? О! А это кто? Это на мой вызов так приехали? Так. Окей. Нет, походу они за кем-то гнались сюда. Полиция, помогите! Ой. Так, что-то пошло не так. Я вам это гарантирую, осторожно. Ой. Вы что-то говорили, я плохо слышал вас. Да, говорили. Да, да, за мной гнались. Вон там, возле бин-машин. Банда какая-то отморозков. Я тут кругами бегал, на крышу залез. Банда отморозков? Ну, они бежали за мной два круга. Мы тут это сюда забежали, короче. Пытались залезть, я их сталкивал. Ну, говорил, типа, залезете, я с кирпичами буду кидаться. Они в итоге ушли. Так, кто там был? Слушайте, ну они не представились. Нет, я имею в виду, у меня все как выглядели. Это цвет кожи. В чем одета? Я помню белую майку какую-то. Понимаете, у меня не было. Я не соображал этот момент, я просто убегал, блин. Кто-то в белой майке, да, да, вроде бы темные. Говорят, хочешь денег заработать? Но я уже понял, какая-то фигня. Я такой, типа, да. Они меня куда-то. Ну, давай, типа, с нами идем. Я такой пошел. Как они повернули, выбрал момент и просто побежал, блин, как бешеный. Они не успели сообразить, не успели догнать. Они угрожали чем-то. Нет, они просто очень настойчиво бежали. Просто бежали, хорошо.
Ладно, я думаю, я сейчас не смогу вам никак помочь. Я сказал все, что знаю. Сделаем, сэр. Если вдруг что-то у вас такое начнется, угрозы какие-то будут в ваши отношения, или еще что-то подобное, может быть, полицию, мы поможем среагировать, хорошо? Да, хорошо. Все, удачи вам, сэр. Спасибо. Удачи вам, сэр. Пусть ваши труды будут направлены на служение не ради похвалы и признания, но ради любви и сострадания, друзья. Помните, что даже самая маленькая доброта, совершенная с чистым сердцем, имеет вечную ценность в глазах Господа. И в каждом человеке есть искра добра, которую мы можем разжечь своей любовью, добротой и заботой. Будем же мы готовы поддержать тех, кто в нужде, улыбнуться тому, кто в горе, и простить тому, кто обидел нас. Пусть каждый из нас станет светилом надежды в мире тьмы. Аминь. 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 Настя. Здрасте. Здравствуйте. Да. Что вы там такого принесли? Ну, у вас что-нибудь попить есть вкусненького? Да, есть. Ну, у меня это с кэшем напряг, может, я это, ну, там газонокосилку вам отдам. А вы тут видите, где-то газоны у нас? Так, ну-ка с этого... Я просто пить сейчас, хочу, сейчас. Понимаете? Я газонокосилку вам загоню нормальную, ну там продадите сейчас, потом. А у вас почему денег нет? Просто я хочу уточнить. Работы не хватает, да? Ну вот, я газонокосилку получил. Нету. Вам с вами газонокосилкой рассчитали, что ли? Так, понятно. Денег нету просто. Губернатор штата довел у нас горожане газонокосилку. Я могу ее поставить, давайте я покажу. Я заведу прямо здесь где-нибудь сейчас. Поставлю, расчехлю. Где у вас тут газон прям? Так и запишем. Расплатились газонокосилкой. Какая-то, сука, газонокосилка. Газонокосилка. Еще и сломанную газонокосилку. Но газонокосилка нам неинтересна, потому что у нас трава, а не растет здесь, слава Я богу. Готов заплатить за вас, за ваш томатный суп. Не, давайте, я вам газонокосилку, вы мне за меня заплатите, я не против. Нахуя мне газонокосилка? У меня место заодно в багажнике освободить, хоть спать там буду нормально. Представляете, в Daily Globe принесу газонокосилку и скажу, на, господин Рест, держите. Блин, ну просто жизнь такая, я не виноват. Да я понимаю, не мы такие жить такая. Да. Ну ладно, хорошо. А вы что будете? Я... Только не салат. Ну, салат понятно, ладно. Что поесть, попить, хорошо, мы вас угостим, не вопрос. Я не знаю, вот за газонокосилку что-нибудь там поесть там. Хорошо. Удобрение там для меня. У вас меню наше есть? Нет. Я тут пил какое-то пиво. Пожалуйста. А я Джонни передам, не вопрос. Мне неудобно держать просто, может там скажете что-нибудь, ну на вашу. Не, ну вы покладите на пол-то вашу эту... Я просто не хочу сильно наглеть, хотя я уже обнаглел, наверное. Не, да пожалуйста, я угощу вас, не вопрос. Да, все в порядке. Ладно, да. Сейчас я почитаю что-то. Выбирайте, да, я за вас заплачу, не вопрос. Как бы без проблем. А что такое хруст к пиву? Так написано. Хруст к пиву. Звучит как угроза, если честно. Ну ладно, я буду хруст к пиву. Это вам выходит, колени ломают, видимо. Чай с лимоном. Ну я все, думаю, нормально. Слушайте, а у вас никто из вашего круга собутыльного общения не...
Не сдает фургон в аренду. Вы очень любезны, конечно, когда вас угощают, я смотрю. Мужчина с газоной, счастливый обладатель газоной косилки. Бармен за стойку. Я очень счастлив, просто нет слов абсолютно, да. Ваши внутренние переживания и эмоции, вы были счастливы, когда вы сейчас держите ее? Это было очень неожиданно, нежданно-негаданно. Это произошло так случайно, что да, я очень-очень-очень-очень рад. Спасибо большое. А как вот с чем вы можете сравнить примерно это чувство? Например, там, не знаю, первый поцелуй или покупка машины, вот что-то схожее. У вас было какие-то чувства? Нет, знаете, это, наверное, когда ты просто находишь что-то приятное, то, допустим, ты получаешь что-то приятное, когда ты этого не ожидал. Вот такое вот. За халяву, блядь. Что вы планируете делать с газонокосилкой? Я думаю, что это хорошая мотивация для того, чтобы купить дом и косить траву. Это знак свыше. Это знак свыше. Хорошо. Меня после этой статьи нахуй просто расстреляю. Сразу же редактор прям. Если эта статья выйдет, слушайте, меня увезут, не надо. Замыльте меня, окей? И мы постараемся. Ладно, пойдемте. Страшно просто. Универсал покажу Регину. Да, я пойду пока положу свой подарок. Спасибо вам. Нормально. Мы забили на косилку, взяли чаек попить.